Есть здесь сегодня нигеры? Включите свет поярче, и пусть официанты прекратят бегать на секунду. Да-да, вот так, поярче. Итак, что я спросил? Есть ли здесь сегодня нигеры? Одного нигера я уже вижу. Вон он копошится там, сзади. Так, посмотрим. Целых два нигера. А между двумя нигерами сидит жид. И еще жид. Два жида и три нигера. А вон латинос, точно, да? Еще латинос. А вон макаронник. Вон полячишка. Пара лягушатников и троица рыжих ирландцев. А вот толстый, грудастый, мордастый, черномазый. Итого, три жида. Но я же не сказал пять. Если я сказал пять, вы же не слышите шесть. Если сказал шесть латиносов, вы не слышите семь нигеров. Если сказал семь нигеров, это не значит американцев. Я посчитал семь нигеров, шесть латиносов, пять ирландцев, четыре жида, три китаёза и один макаронник. И вы еще не дали мне под зад. Я лишь хочу, чтобы вы поняли, лишь человек придает словам, которые он говорит, отрицательное значение. Представьте, президент Кеннеди перед телерепортерами заявляет: «А теперь я хочу представить вам всех нигеров моего кабинета». Если бы мы все говорили «нигер, нигер, 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 черномазый, 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 опять нигер, 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 нигер», в конце концов, слово «нигер» перестало бы означать ругательство.